Студенты переважно третьих-четвертых курсов представили свои науковые распрацовки и аналитичные исследования. Особливую увагу докладчиков притягнули темы оптичных з'яв, плазмохимии и вакуумного нанесения покрытий. Сярод самых актуальных тем так само применение сучасных вылічальных методов для оптимизации вытворчого процесса, скорочения документа звороту, автоматизации рабочих мест, а так само поширение онлайн-махчимостей у корыстальников интернету. Я надеюсь, что вот участие в этой конференции, ее проведение будет способствовать, во-первых, повышению качества подготовки, ну и позволит повысить интерес молодых людей к новым знаниям, что является, пожалуй, самым важным. Адукационный проект «Церес», у рамках якого прошла конференция, реализуется уже около 2 годов. Главный его координатор – Жилинский университет у Словакии. Мета науковых встреч – обеспечить взаимодействие предприемства, выкладчиков и студентов. На данный момент несколько гомельских наученцев уже публикуют свои науковые работы у тематичном часописе «Церес». А в перспективе – практичный обмен ведами и занятки за межой. Речь идет о том, чтобы люди, получившие какое-то образование в Европе, могли вернуться обратно в Беларусь, тем самым внести в пользу в развитие экономики Беларуси. Речь идет об установке глобальных приоритетных связей между различными вузами, как Беларуси, так и Европы. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».